экспозиции. Сегодня жители края чтут память жертв политических репрессий. В честь скорбного дня Государственный архив региона организовал тематическую выставку. В ходе следствия обнаружены. Все желающие могли ознакомиться с архивными документами политических преступников. На выставке представлено свыше 100 подлинных экспонатов. Особо выделим раздел «Доказательства вины». Там календари с фотографиями врагов народа, книги, брошюры. Как рассказали специалисты архива, все эти вещдоки лишь косвенно указывали на вину подозреваемых. Но данный факт в годы репрессий не имел никакого значения. Из прочих документов – личные дела обвиняемых, служебные удостоверения, почетные грамоты, фотографии. Есть и уникальные подлинники, например, свидетельство участника особой экспедиции на остров Врангеля. Документ принадлежал Ивану Сафонову, который обвинялся во вредительской деятельности. И сам документ представляет собой большую ценность, потому что, как мы знаем, что в настоящее время вот на остров Врангеля имеются притязания как со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны Канады, и, соответственно, со стороны Российской Федерации. Отметим, большую часть исторических документов рассекретили в последние годы.